Всем привет, дорогие друзья, с вами Рок Игрок, и мы продолжаем играть Мертвый пляж Death Stranding. Так, и что, надо опять продолжить нам собирать металлы эти? А, старые детали, 60 килограмм. Так, куда идти-то? О. Ну да, почти. Вот так, да? Да? Оружие разрешено. Все, села батарейка. И у нашей любим села батарейка. Как же долго здесь надо ходить? Эх. Ну да, я помню. Ой, не туда повернулся, сюда. О. Давай в этот раз без монстров. Ты сука, а? Пойдем, хули. Блять, так дохуя их.
А, засекли нахуй. Да ёбана в рот, сколько у вас... Думаешь? Так, там вроде нету никого. Вот их зона, по-моему, кончается. У меня сколько груза? 60 килограмм, блядь, надо. А во мне? Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, 40. А, 10 килограмм. Тоже 10. 10, 10. Еще одну надо. Придется возвращаться. Тихо, не беги. Блять, есть один.
Вижу. Что не так-то? Не 60 килограмм, что ли, у меня? Сука. Я же подобрал. 2, 3, 4, 5, 6, 60 килограмм. При себе 80 килограмм. Доставить старьевщику не менее 60. Ну и все. Блять, пиздец, как не туда иду. Надо. Надо, да, вот так идти. Вижу, блядь. Сука, еще и озеро здесь. Сука, они у меня уже все контейнеры поврежденные. Туда хоть иду, ну вроде туда. Так, теперь надо...
А, пронесло? Ну, слава богу. Отлично. Давай быстрее, надо их донести, блядь. Чуть-чуть свернул. О, слава богу. Ну, пидорас, ты сейчас все не примешь? Сумел вытащить оттуда товар. А ты смелый. Ну что же, это даже больше, чем я просил. Неплохо. Нас не кинули. И Бриджес. Восстановим страну, ага. Только людей тормошите. Если бы не вы, моя девочка осталась бы жива. Она была там, когда террористы попытались взорвать Южный узел. Она была уже мертва. Из-за вас.
Он не прав. Она в убежище к юго-востоку от развалин. Давай я тебя подменю. Если он не собирается выходить, то все равно, на кого он будет орать. Пусть уж лучше вымещает злость на мне. Бриджес, Фрэджайл говорит, моя девочка жива. И я должен поверить ей на слово? После того, что было? Ну уж нет. Ты должен мне это доказать. И я знаю только один способ. Я через тебя передам кое-что этой женщине. Если скажет, что это ее, приведи ее сюда. И еще вот это возьми. Это контур, улучшающий устойчивость и подвижность. Собрал его из подручных деталей. Только давай сразу проясним. Я даю его тебе только для того, чтобы ты гарантированно добрался до места. Если моя девочка жива, то как увидит эту посылку, попросит, чтобы ты отвел ее сюда. Окажешь мне услугу, я в долгу не останусь. Отлично. Доступен новый заказ. Нихуя, как далеко. Ну ладно. Старьевщик говорит, что хиральные часы очень хрупкие. А такой груз лучше носить на руках. А вот еще кое-что отстань. Он, если... Ну я понял, что это такое. А что такое-то? Так. Давайте, наверное, вот эту хуйню мы выгрузим. Нет, ты отъебись. Вот это мне надо. Пиздец, как далеко. Сколько нам идти-то? Ну. 800 метров. Ну, в принципе, не шибко. Так, надо направление определить. Нет. Вот так получается. Да. Ну что ж, пойдемте. О! Оружие разрешено. Нормальная тема, нихуя он носится. Осталось. Въебали. Большая территория. Не показывает. Тихо, идем спокойно. Я же вас не трогаю.
Ебали! Правильно иду. Тихо, 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 тихо. Ты что делаешь? Батарейка пока есть. Слава богу, прошли. Да, все четко идем. Какие штанишки классные у меня. Батарейка хреново маленькая. Опа, тихо, хрупкие часы. Доставляю груз. Ты из Fragile Express? Нет. Ты курьер Bridges, да? Я не ждала никакого груза. Там ничего опасного, да? О, Господи! Я и не надеялась снова увидеть. Дай-ка взгляну поближе. Ну, смотри. Спасибо. Груз чуть-чуть побился, но все можно исправить. Даже не верится, что все цело. Значит, я теперь в уникальной хиральной сети? Чудесно! Я рада стать частью UCA. О, пистолет против аварии. Ты зайдешь еще раз, да? Отнеси меня. Пожалуйста. Я должна его увидеть. Я их сделала для него. Когда напали террористы, мы с моей мамой едва успели убежать. Я пыталась потом его найти. Правда. Просто я не знала, где искать. Но перестала я не поэтому.
Он не нравился маме. Она ясно дала это понять. Но я не думала, что она опустится до лжи. Она сказала, что он умер. Я поверила. А потом то сообщение. Это он. Это правда он. Я не должна была сдаваться. В глубине души я знала, что он еще жив. Но не могла же я бросить маму одну. Я решила, что надо смириться. Но я не могла. Даже если бы очень захотела, я увязла в прошлом. И не знала, как жить. Отнеси меня к нему. Умоляю. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись. Нормально. Разворачиваю автономного бота-курьера. Какой робот веселый. Так, ладно, дальше. Так, изготовление снаряжения. Это пистолет для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь, и тем сильнее ранишь тварь. Только постарайся не обескровить себя, ладно? Стараюсь. Давайте создадим. Много погрузить, все. Килограммчик весит-то. Так, экс-граната. Ботинки, пакеты с кровью есть. Подтверждаю. Что еще могу сделать? Воздушный транспорт. Ой-ой-ой. Зря вышел. 45 килограмм. В этот раз ты будешь вести живого человека. Не стоит и упоминать, что падения или удары могут серьезно навредить твоему клиенту. Так что прояви максимум аккуратности. Да попробую.
Часы будут у меня, чтобы не разбились. Тяжеловато будет мне с тобой. Это что у нас, зарядка? Пойти-то лучше. А так же и пойти. Это здесь недалеко, кажется. Да вроде. Ищи места, где смола выходит на поверхность. Ты поймешь, как увидишь. Тебя может затянуть головой. Яма бездонная. Ну, так говорят те, кто сбрасывает в такие ямы загрязненные хиралием отходы. И трупы, если нет времени. Сюда! Выручит смола. А я забыл, как знаки ставить. Эй! Ну ладно. Эй! Ты-то чё орёшь? Нихуя, как с пути я сбился. Заебись.
Так, на дорогу-то я вышел. Теперь мне что? Тихо, 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 тихо. Куда идти, да? Да. Так, ну что ж, пойдемте. Аккуратненько. Аккуратненько, я сказал. Аккуратно идем, идем. Все хорошо. Вижу. Сука! Далеко еще до тебя? Нет. Ну да, ебать. Думал, сдохнем, если честно. Ой. Больше нести ничего нельзя. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Ты не ранена? Спасибо, Бриджес. Неужто ты и правда жива? Я хотела сказать то же самое. Я думал, ты погибла. Мама сказала, что ты умер. Я держал их при себе. Всегда. Но после нападения
Они сломались. Я думал их починить, чтобы песок снова сыпался. Но это было бы словно уйти и забыть тебя. Что ж, теперь мы оба пойдем дальше. Вместе. Ты и я. Если хочешь. Конечно. Тот, кого я знала, не торговал старьем. Он чинил вещи, и они становились как новые. Он собирал осколки, прилаживал их друг к другу. В этом я тоже мастер. Но этот осколок больше не нужен. Важно только время, которое я провела с тобой. Эти моменты мы будем считать сами. Вместе. Ты готов жениться на мне, глупый? Готов. Да. Да. И еще кое-что. Что? Помирись с мамой. Ладно? Объясни ей. Мы этого хотим. Помоги ей понять это и принять. Она без нас никак, а я без нее. Хорошо. Отношения тоже можно починить. Прошу, извини за грубость. Я с вами повел себя как скот. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. За вами-то мне, понятное дело, никогда не угнаться. Но я готов вкалывать. Если нужно что починить, обращайся. Можете на меня рассчитывать. Надо будет немного привыкнуть, но уже пора. Мы примкнем к сети UCA. Я вас не подведу. Обещаю. Мы тебя не забудем. Спасибо. Сэм, теперь весь этот регион подключен к хиральной сети. Иди в соседний. Чтобы подсоединить южный узел, доставь туда груз из Озерного. А? Я что-то не пойму. Почему бы не подключить их к сети? Пусть печатают, что хотят. Потому что напечатать все невозможно. Ты же знаешь, да? Пища, лекарства, органические соединения, твоя кровь, что так эффективно в борьбе с тварями. Переслать все это по сети нельзя, можно только доставить. Нападение стало для жителей Южного узла тяжелым ударом.
Им нужны припасы из озерного узла, иначе не выжить. Вернись и прими заказ. К слову, иногда же ты возвращаешься домой налегке, верно? Пустые рейсы. Чтобы не терять время, следи за тем, чтобы у тебя всегда был заказ. Скажем, вот сейчас пришел один от старьевщика. Совместный от него и от херальной художницы. Для всех будет лучше, если этим займешься ты. Загляни в терминал доставки. Внимание, Сэм. К северу от южного узла обнаружен аномальный уровень Хералия. Там прошел мощный темпоральный дождь. Кажется, это какая-то буря, но такой я никогда еще не видела. Хотя, если честно, и увидеть ее я не могу. Буря совсем рядом с лабораторией, но из-за ребенка я не могу ее изучать. Кажется, она пока еще не нанесла урона, но ты не мог бы ею заняться. Только не подходи близко, ладно? Да ебать, урод, 45 килограмм. Пользуйся этими крошками, чтобы оглушать врагов для передышки в бою. Помни, снаряды срабатывают при попадании. Они обездвиживают все живое в пределах радиуса поражения ударной волны. Но только живое. Против тварей они тебе не помогут. Понятно. Хорошо, буду. Так, что там такое у нас? Оружие разрешено. Ладно, пока ты мне не интересен. Надо прийти. Куда надо прийти? Так. Ну нихуя себе. Поближе не нашлось места, да, походу? Так, ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, пока все. Всем любви, удачи. Подписываемся, комментируем, ставим лайки, дизлайки. Пока-пока.